Здравствуйте. Здравствуйте. О чем вы мечтали с детства? Сбылась ли ваша мечта? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. В детстве я мечтал вообще стать президентом Кыргызстана. Вот. Моя мечта не сбылась пока что. Но, наверное, как-то... Да. Наверное, как-то я с иронией отношусь к своим детским мечтам. Вот. Но в какой-то степени можно сказать, что мечта сбылась, потому что я актер, и кто знает, может, в будущем я смогу сыграть президента. Что вы пожелаете и какие советы дадите нашей команде «Морган Фильм», которая исполняется 17 лет, и ее преподавателю Александру Мазаеву? Ух ты, первый раз слышу, честно говоря. Что хочу пожелать? Желаю только успеха, творческого развития. И... А чем вы там занимаетесь? Мастерством актерским? Да. Мы, вот кто хочет, может попасть и начинают... Ну, а если они хотят стать репортером или брать интервью у знаменитостей, то вот они начинают практиковаться. Ага. Ну, я желаю практического развития, чтобы каждый в своем отрасли смог добиться больших-больших результатов. Спасибо за такое интересное интервью.